По ветру. Выручил Павел Степанович. Ну? Ты что на меня глаза-то пялишь? Деревня. Ты вон на кого смотри. Ты думаешь, это ему буря? Это брат море перед ним дрожит. Петр Иванович, вот верно говорят, Севастополь — наше сердце. Я, признаться, нигде и служить бы не мог, как непременно в Севастополе. Да ведь так и каждый черноморец, Павел Степанович. Ну как же иначе-то? Не в Севастополе. Невозможно. Да, да, невозможно. Невозможно. Да, вот и недолго и плавали, и дело было соскучиться некогда. А вот гляжу и, право, не нагляжусь. Так все мило. Прикажите убрать паруса, становиться на якорь. Есть. И стать всех наверх, паруса убирать! Пошел ты наверх, паруса убирать!
Сколько? 3 минуты, ваше высокородие. Хорошо, Алексей Иванович. Не трудно, Александр Ильич. Александр Ильич, сигнал адмирала. Ну? Лейтенанту Бурунову прибыть к адмиралу с отчетом. Николай Андреевич! Вас к адмиралу с отчетом, слышали? Меня? Да-да-да. Странно. Очевидно, с отчетом по выводке десанта. Так. Но это понятно. Но почему вас одного и сейчас? У вас как там? На высадке-то все было ничего, а? Все, по-моему, ничего. Это неспроста. Это неспроста, Николай Андреевич. Что-нибудь у нас опять не так. Ну, что-нибудь! Да нет, Александр Ильич. Ну, что же может быть? Что же может быть? Все может быть. Все может быть. У Павла Степановича так просто ничего не бывает. Вот и сюртук у вас тоже помят. И воротничок как будто желчизной. Прохоров гладил в потьмах, все спалил, дурак. Упаси вас Бог с таким воротничком, Павла Степановича. Возьмите меня, я вам одолжу. А то за ваши лиселя и мне тоже попадет. Подождите. Отчет о высадке у вас переписан? А, переписан. Уступайте с Богом, вступайте, вступайте. Адмирал у себя, Николай Андреевич, ждет вас. Скажите, а вы не знаете, почему именно меня одного? Не знаю. Ваше детство, лейтенант Бурунов с фрегата Кагул. Прости. Ваше превосходительство, по вашему сигналу явился на флагманский корабль с фрегата Кагул лейтенант Бурунов. С отчетом о высадке десанта. Вам сколько времени было дано на высадку пехотной роты и 2 батарей? 1:30, ваше превосходительство. А вы сколько времени потратили? 40 минут. Так точно, 40 минут. Но это в отчете не указано, ваше превосходительство. А я и без отчета знаю. Несмотря на сокращение времени, порядок был полный, ваше превосходительство. И что порядок был, тоже знаю. А почему в отчете время не указано? Дурное скрывать нельзя, а хорошее подавно не следует. А воротничок у вас широк. Надо, господин лейтенант, свои воротнички носить. Ну, что ж, Николай Андреевич, вы что же, пушки спускали не на канатах? М? Построили особый трап и скатывали пушки прямо на плоты, верно? Верно, ваше превосходительство. Сами изобрели? Просить сам. Прекрасная мысль. Прекрасная мысль. Сами посудить, Петр Иванович, при большом десанте артиллерии какое будет сокращение во времени? Изрядное. Огромное. Прямо с палубы, колесами на плот и пушки на берегу. Возьмите и все это напишите мне. Мне не казенный рапорт нужен, а ваше изобретательское соображение, как лучше производить высадку артиллерии. Есть! Напишу, ваше превосходительство. Благодарю. За ревность к службе благодарю. Молодцы, марсовые! Спасибо за работу! Сегодня свободных от вахты можно на берег. А уж завтра, Петр Иванович, с утра артиллерийское учение по всем правилам. Надо наверстывать.
Во время плавания, верно, комендоры скорость в стрельбе потеряли, да и глазомер притупился. Перед самым походом, Павел Степанович, стрельбы были отличные. Были. А вот нынче, увидите, и ваши орлы вас оконфузят. Не знаю, как на других кораблях, а меня мои комендоры не оконфузят. Это почему? Таланты подобраны, Павел Степанович. Шутить изволите, сударь мой. В артиллерии таланта мало, нужна практика. Да вот, кошка, пойди-ка сюда, братья. Ты ведь наводчик? Так точно, наводчик, может. Недельки две не постреляешь, как глазомер у тебя? Теряй. Никак нет, не теряет. Ну, вот так и наметан глаз на всю жизнь. Так точно, на всю жизнь, вовлечь. Глаз комендорский. Язык у тебя комендорский. Ну-ка, братец, пойди сюда. Скажи, сколько будет на глаз вон до того домика? Вон, вот, батарея, куст, домик. Видишь? Вижу, вождество. Ну-с? Два кабель только будет. Сожжен 200, ну так, без десятка. А, примерно, примерно, примерно. А на домике вон флюгерок. Так вот, срежешь его ядро. Срежу, вождество. А с какого раза? Коли в штиль вождиться, так с третьего раза подумай. А взыть? Тоже с третьего. Ну и хвастун ты, братец. Никак нет вождиться, не хвасту. Я уж во имя отца и сына два раз пристреляюсь, а уж за святаго духа непременно впаду. Вы чего смеетесь? Рыбак. Чему смеется? Виноват, ваше детство. Половство. Ну-ну, говори, говори. В том домике, ваше детство, с флюгерком. Зазноба Кошкина проживает. Марья Спиридонова. Вот будет смешно. Как же ему не попасть? Обязательно попадет. Такое Черное море. Бутылка, горлышко Дарданеллы, а пробку у турок. В бутылке сидим. Может ли русский флот помириться с этим? Ну, нет. Вот и непонятно, что нам, Павел Степанович, чего мы ждем? Ежели турки с нами войны хотят, так и ударить на них сразу, не давать им усилиться к нападению. Ведь от этого судьба юга России зависит. Ударить на них с моря и на Дунае. Да вы, Константин Иванович, не горячитесь. Не могу не горячиться, государи мои. 40 лет плавал, о политике не думал. А теперь вот на старости лет думаю и горячусь. Да, пожалуйста. Нет, так без ровно. Да. А так что же, ваша горячность, Константин Иванович, совершенно понятна. Наши отношения с Турцией... Бочка с порохом. Вот. Ну, а вы-то, Павел Степанович, как полагаете, какая наша позиция? Полагаю, что Черноморский флот в этой войне может совершить великие дела для России. Великие дела. Вот Константин Иванович горячится, да и все мы равнодушными оставаться не можем. Служим России и любим Россию. Так вот, позвольте уж, коли так, поделиться с вами моими соображениями, как бы сказать, в толковом порядке. Посудите так,
война с Турцией неотвратима. Но за спиной Турции стоят западноевропейские державы. Для коих победа России — это русский флаг на Средиземном море. Это наше знамя на славянских Балканах, чего они боятся и, естественно, не хотят. Выдвигая же против нас Турцию, европейские державы, было бы вам известно, полагают отбросить русских с Кавказа, отторгнуть Крым, уничтожить Черноморскую эскадру. Но нет! Да стало быть, чтобы в этой войне победить, необходимо действовать быстро. Тут может быть план. И простой. Прямой удар на Босфор. Нет. Константинополь у турок мы отнимать не будем. Он не нужен нам. Да, но угрозу для Южной России предотвратим полностью. Наши силы на Черном море мы можем собрать быстро, а силы европейских держав пока что рассеяны. В Египте, в архипелаге. Павел Степанович, он англичан на Мальте эскадра Дундаса. Хотя ж на Мальте, а в Эгейском море 2-3 корабля. А французы того дальше. В Тулонис. А в Сирии у них чепуха. Ну, вот, видите, дело ясное. Все дело в решении. Тут все дело в быстроте. Потеряно время, потеряно все. А князю Меньшикову ваше предложение известно? Пока неизвестно. Но в свое время я и изложу. И я полагаю, что князь, как человек опытный в политике и любящий Россию, он это все поймет и примет, и осуществит. Иначе я и не представляю. А? Ваше превосходительство, его светлость просит не отказать от любезности, пожаловать к нему для очень важного разговора. Я уверен, ваше превосходительство, что вы простите мою настойчивость. Здесь, конечно, не место для серьезных разговоров, но обстоятельства принуждают меня. Не откажите пойти со мной наверх. Только что прибыл курьер из Петербурга. Эссельроды пишут, что его императорское величество окончательно решил наступление на Молдавию и Валахию. Это, как вы понимаете, может означать войну с Турцией. И мы должны быть готовы. Прошу вас. Ваша светлость, у англичан почти весь флот паровой. Винтовые корабли, а у нас парусный. Стало быть, когда грянет война, англичане скорее нас могут войти в проливы и потом в Черное море. Вот почему, ваша светлость, чтобы быть спокойными за юг России, мы должны держать ключи от проливов в своих руках. Турецкий флот — это 39 боевых судов, то есть 2200 пушек. Примерно только треть этих сил может преградить нам путь к Босфору или встретиться в проливах. Мы же, если следовать плану, который я изложил, будем настолько сильны, что справимся легко. План весьма
весьма смелый, весьма разумный. Я ничего возразить не могу. И признаюсь вам восхищен равновесием ума и фантазии. Главное время. Время, ваша светлость, каждый день дорог. Да. Вот. Если бы только его на самом деле нужно было осуществить. То есть, как на самом деле? Так ведь в нем уже нет необходимости. Нет необходимости? Так ну а как же, ну, Павел Степанович, ну ведь если бы существовала опасность со стороны Европейского флота, вот как вы изволили говорить о его вторжении в Черное море, но ведь это же опасности ведь нет. Как нет? В конце концов, ваше превосходительство, государь-император, как я уже говорил вам, считает соглашение Англии и Франции невозможным. Я полагаю, что следует прервать сообщение турок между Синопом и Батумом, послать туда несколько кораблей. Ваша светлость, если в самое близкое время мы этот удар не нанесем, тогда, полагаю, ваша светлость, европейская коалиция против России соединится, и неприятель сам нападет на нас. Ну, не следует нарушать традиции, хотя бы традиции бала. Дамы и ретно ждут нас. Честь тебе и кланяться. Убежден, что в предстоящей кампании вы покроете себя славой. Мир назовет вас русским Нельсоном. Иноземным лаврам, ваша светлость, никогда не завидовал. Сочту за честь всегда называться просто Нахимом, учеником адмирала Лазарева. Едва стоят на ногах. Отправьте первую вахту на 2 часа спать. Есть. Бессарабия. Вероятно, к нам из Севастополя. Объявлено. Турки сами напали. Ну, в добрый час.
Павел Степанович проснулся? Не ложились совсем. Всю ночь курил. Доброе утро, Павел Степанович. Доброе утро. Как ветер? Зюйт-зюйт-вест. Ход 6 узлов. Вышли на траверс мыс Пахиос. Стало быть, от Синопа? На расстоянии 40 миль. Так. Запишите в журнал. 10 ноября в 6 часов утра блокировали турок в Синопе. Затем набросайте черновик приказа, в коем главная мысль уведомить командиров, что я атакую неприятеля, превосходящего нас в силах. Черноморский флот в учении всегда был отличен, чем я справедливо гордился и горжусь. Пришла пора применить учение к делу. В успехе не сомневаюсь. Итак, завтра мы атакуем. Операция предстоит весьма трудная, господа. Турецкий флот расположен, как изволите знать, широкою дугою вдоль берега бухты. Нам надлежит войти в нее и стать на якорь, заведя шпринь. При входе в бухту нас встретит сильнейший соединенный огонь береговых батарей и всей турецкой эскадры. Огонь этот может стать губительным для успеха дела при малейшем замедлении любого маневра. Поэтому предлагаю для сокращения времени пребывания под огнем входить в бухту не одной, а двумя колоннами. И занимать места по данной вам диспозиции. Правую колонну веду я, левую контр-адмирал Новосильский. Ну, излишние наставления могут затруднить командира, знающего свое дело. Потому предоставляю каждому совершенно независимо действовать по своему усмотрению. Полностью полагаюсь на вашу честь, знания и доблесть. С Богом. Прошу отправляться по кораблям. Ну, гляди, кошка. Завтра мы тебя проверим. Какой ты есть первый наводчик на флоте. А что, брат? Вот помяните мое слово. Завтра туркам Крым камеру даешь. А с какого разу? С третьего. Вот помяни мое слово, Рыбаков. С третьего раза бомбой врежут. Ну и врет. Ну что же это такое, брат? Да ведь врешь!
На полях Молдавии и Валахии наши сухопутные войска начинают победоносную войну. Мы здесь, на востоке Черного моря, должны установить наше господство. Аллах предначертал нам стать хозяевами этих земель, и мы выполним его волю. Наш английский друг и советник, капитан Слейд, разум и опыт которого мы высоко ценим, желает ли что-нибудь добавить к сказанному мной? Нет. Снимите сигнал. Эскадре приготовиться к бою. Есть. Барабанщики наверх. Сигнал! Господин капитан первого ранга, корабль к бою готов. Линейный корабль императрица Мария к бою готов. Идут прямо на нас двумя колоннами. Это что-то неожиданное, а? Да. Они намерены атаковать в лоб. Стоит ли нам оставаться здесь? Может быть, перебраться к капитану Слейду на пароход? А? Да. От капитана Слейда, сэр. Черт побери. Адмирал, капитан Слейд просил передать вам, что переводит свой пароход под прикрытие береговых батарей ко входу в бухту. Хорошо. Капитан Слейд выбрал прекрасную позицию. Кроме того, капитан Слейд обращается к вам с просьбой отправить нас к нему на пароход. Нет, нет, нет. Я очень высоко ценю присутствие английских друзей на моем корабле. Прошу вас не покидать меня. Ваши советы для меня драгоценны. Я буду только счастлив разделить с вами славу нашей победы.
Аллах помрачил разум русских. Они сами идут под огонь наших батарей. Высоко. Передайте сигнал, он пусть бьет настильно. Есть! Во имя... Тост! Орудийно! Потомками батарея! Огонь! Петр Иванович, взгляните-ка. Ростислав накрыл батарею. Накрыл. Молодцы, комендоры у Кузнецова. Тост! Во имя отца и сына. 3 свидетеля сорвало со шпринт. Сигналом на Ростислав. Есть! Алципаш Ростислав уже прикрывает. Гер, прикрыл. Выручил соседа. Ах, молодец. Еще раз молодец, капитан Кузнецов. Во имя отца и сына. Святого Духа. Ну, братцы. Тост! Батарея! Огонь! Здорово! Клюет камеру, каким мать честной. Готов! Одним фрегатом меньше! Молодцы, комендоры! Спустил флаг. Юрий Степфит, порван огнем Парижа. Объявить Парижу сигналом мою благодарность. Дефалы перебиты, Павел Степанович. Поднять сигнал не на чем. Как не на чем? Обязательно надо. Немедленно, сейчас же передать. Пошлите благодарность со шлюпкой. Позвольте мне. Есть! И за дело, Павел Степанович. Че-че? Снима. Камеры! Пожар! Братцы! За мной!
раз доложили, что пожар потушен. Опасность взрыва миновала. Настилки! Ну-ка, отнимите-ка руку, голубчик. Глаза. Не вижу ничего. Масло, бинты. Глаза. Ну-ка, ну-ка, отнимите-ка руки. Теперь пора. Прикажите на унялах направить весь огонь. Мы заставим его все дело заняло 3 часа и 5 минут. Запишите в журнал. Большие пожары в городе. Смотрите, как разгорается. Население верно разбежалось. Боятся, что мы их будем резать. Петр Иванович, распорядитесь, пошлите матросов на берег, пусть помогут тушить. Да, прикажите взять переводчика, пусть объясняет там, что мы с мирными не воюем. Вашему приказу доставлены пленные. Так. Адмирал Осман Паша с офицерами штаба. Так. И двое, видимо, англичане, Павел Степанович. Отлично говорят по-русски. Стать!
Я могу только сожалеть ваше превосходительство, что дожил до этого дня. Может быть, есть просьбы, пожелания, готов выслушать, помочь. Ваши матросы спасли меня и многих раненых с горящего корабля с опасностью для своей жизни. Я прошу вас наградить их. Я вынужден благодарить врагов, а друзей, как мне это не горько. Мой английский друг и советник, капитан Слейд, покинул меня во время боя и сейчас находится далеко. А я хотел бы сейчас его видеть здесь. К сожалению, ваше превосходительство, обмануты не только вы, обманута вся Турция. Не знаю, изволили вы заметить, что когда Турция не ссорилась с Россией, все шло хорошо. А когда Турция слушалась там разных советников, то кончалось большим несчастьем. Всех даст! Феофан Петрович, больных и раненых в госпиталь. Ну-с, господа советники, что же мне с вами прикажете делать? Вы не имеете права обращаться с нами, как с пленными. Это почему же? Мы английские подданные. Оказались на турецком корабле случайно. Тогда, понимаю. Случайно задержали. На прогулке. Понимаю, да. А откуда изволили прибыть? Напоминаю, господин адмирал, что Королевский флот Великобритании стоит на Босфоре. Мы имеем честь служить на корабле, имя которого Трафальгар. Может, служили. А теперь Трафальгар для вас дело прошлое. Вы взяты на турецком корабле, одеты в военную турецкую форму. Так что уж позвольте считать вас не знатными путешественниками с Трафальгара, а просто пленными наравне с турками. Николай Александрович, как трофеи вы мне не нужны. Отправьтесь со стражей на берег. Ура, Павел Степанович.
Ура! Победа славная, выше числы и наварина. Ура! Благодарю вас. Русские заплатят мне! Они мне заплатят за Синоп! К черту! Русский флаг с Черного моря! Черту! Этот Нолшимов! Как же вы могли, как же вы смели утверждать, что русский флот слаб, что русский флот нам не опасен? Ваше Величество, мои сведения были совершенно точны. У русских парусные корабли, и их действительно было немного. Но боевой порядок этих кораблей при Синопе был удивительным. Артиллерии команды оказались превосходными, а действия адмирала Нахимова неожиданными и смелыми до чрезвычайности. Какие сведения из Берлина и Вены? Как это не прискорбно, Ваше Величество, но синопская победа русских напугала Берлин и смутила Вену. Турки в растерянности, Ваше Величество, они ждут атаки Нахимова на Босфор, но... Ну? По секретным сведениям, такой атаки не предвидится. Князь Сменщиков не собирается рисковать. Англия? В Англии, Ваше Величество, все готово для разрыва с Россией. Вся пресса единогласно считает, что победа Нахимова – это дерзкий вызов нам и Англии. Так, так. Все газеты уже открыто кричат, что русские хотят войны. Они ее получат. Адмиралу Нахимову будет предложен выбор: капитуляция или морское дно. Дождались, Владимир Алексеевич. Прошли негодяи турецкие ворота, грозят и России. А можно было не пустить, можно было, если б светлейший князь. Светлейший князь когда-нибудь даст отчет в своих действиях перед Россией. Приказ его светлости, главнокомандующего князя Меньшикова. Чтобы воспрепятствовать неприятельскому флоту прорваться во внутренние бухты Севастополя, вам надлежит ваши корабли у входа на рейд затопить. Владимир Алексеевич, разрешите? Какие корабли? Боевые корабли затопить? Черноморский флот затопить. Вам, господа, как командирам веренных вам кораблей, надлежит подготовиться к выполнению приказа.
из боя? Не понимаю. Капитуляция, что ли, позор? Или что же это? Необходимость. Да какая же необходимость? Позвольте вас спросить. Необходимость на войне одна. Нападать, не дожидаясь нападения. Ушаков и Лазарев учили так. Удар нужен. Удар. Они признавать свое бессилие. Кораблей у них против нас вдвое. А что же из этого? А преимущество атаки? Идти смело в лоб, громить артиллерии до последнего снаряда. Вплотную, на пистолетный выстрел. Абордаж, наконец. Так сиди! Вкрыть камеру, в конце концов! И черт его! Взорваться так вместе с противником, так каждый возьмет троих. А это что же? На весь мир сказать, черноморский моряк трус? Лягушкой на дно дожидаться, может, помилуют. Лазаревский флот на дно. Да, тяжело, Николай Иванович. Действительно, вроде как бы отказаться от звания моряка. А подумать надо. Корабли у них чуть не наполовину паровые, в парусах не нуждаются. Маневрировать могут и в штиль, как хотят. Совершенно верно. Верно и разумно, Сергей Сергеевич. Павел Степанович, вы что ж с приказом князя согласны? Согласен. Полностью. Хотя и понимаю. Понимаю каждого, кому придется так вот взять дело рук своих, великого труда, ни одного десятка лет, взять да своими же руками и уничтожить. И не в бою, а так, без чести и славы. Понимаю. Однако не честь наша дорога, не даже флот дорог, а Черное море дорого. Россия дорога. Вот что-с. Павел Степанович, да что ж Черное море без флота? Открытый дорог. Бери, кто хочет. Не совсем так. Даже совсем не так. Сейчас Черное море — это Севастополь. Отстоим Севастополь, оно наше. В городе укрепление слабое. Надо строить заново, особенно с южной стороны. Корабли следует затопить, это правильно. Надо закрыть вход на рейд. Артиллерию с кораблей на берег. Это 3000 орудий. Матросов с кораблей на берег. 16 тысяч человек. Вместе с гарнизоном города этого достаточно для прочной обороны. Истинный наш долг, господа, которого требует Россия, не выходить в море умирать, как вы изволите предлагать здесь, считай это за честь, а идти на сушу и драться с врагом. А флот, ну, что ж, господа, Москва горела. А Русь от того не погибла, и Москва стоит, и будет стоять. Отобьет Россия врага, построит новый Черноморский флот, еще лучше нашего. Thank you.
вижу. Жарко? С утра, Павел Степанович, часто палили. А вот сейчас затихло. Дурной знак. Давно затихло? Часа два назад. Дурной знак. Будем ждать штурма. Во сколько орудий могут палить картечь? Пять. Мало. Запишите. 2 36-фунтовых передать сюда от Попова. Да, еще, чтобы не забыть, запишите. Бревна для моста у Малахова. Шестимерные. Сказать Оредькину. Здорово, братцы! Здравствуйте! Давно не было у вас. Как живете? А уж мы как соскучились-то. Плохо живем, вожди. Совсем одолевает француз. Дуром из-за шанса. Бьет и бьет, бьет и бьет. А в поле не выходит. Ничего, Бог даст, выйдет. Вот тут мы его опять поколотим. О, ради здравствуйте. Остереглись бы, Павел Степанович. Нынче пули густо летят. Не всякая пуля в лоб, братец. Николай Андреевич, взгляните. Это что? Да, штурм. Прикажите, батальон резерва построить здесь. Я сам поведу их, когда нужно. Можете взглянуть? Видите? Вижу. Так вот, надо помочь капитану Ергамышеву остановить англичан. Огонь по наступающим. Орудия исправны? Исправны. Беглый огонь. Скажите матросам, вручаем команду Чесмы, синопских героев. Вступайте. Есть. Иван Петрович, пошлите ординарца к Ергамышеву. Передайте, что посылаю резерв. Да нет, идите-ка лучше сами, колуч. Поддержите, поддержите их, пусть будут уверены, уверены. Людей нет, резерва нет. Ваше Высочество, английский отряд прорвался в ту, в слободку. Если не выбьем, укрепятся, тогда наш батальон не удержать. Вся линия под ударом, Ваше Высочество. Людей нет, если не выбьем, отключат. А мы выбьем.
Непременно выпьем. Николай Николаевич, давайте всех, кто остался. Рабочую команду. Минеров. Кашеваров. Оружие не палить, а в штыки. Не отставать. За мной. Я же говорю, кто это кричит? Если еще раз замечу, сдерну, на погорее, ты у меня давно на привеч. Он Степанович кого-то драет. Жив. Ну, слава тебе, Господи. Вот теперь и помирать спокойней.
Носите, брат. Молодцы, ребята! Поздравляю! За защиту! Кошка тропей поймал, важит! Кошка, важит! Англичан ордист. Живьем взял. Генерал ордист. Ну, генерал. Зачем ты ему рот замотал? Да по-русски лайт, спас мне ордист. Вот я и замотал. Развяжи. Ну, помогите, ребята. Да ведь он у тебя задохся. Он чего очухается? Ах ты, батюшки мои. Дай-ка воды, ребята. Влей ему в рот. Так точно, признаю, ваш сестра. Синопольский турок. Ну что ж, капитан, вот мы еще встретились. И опять вы в плену, а не на Трафальгаре. Ну, слава богу, хоть в своем мундире и на том мерси. Отведите его в штаб с рапортом. А я вам говорю, что я должен видеть вашего генерала, я его увижу. Генерал. Вы забываете, что перед вами главнокомандующий французской армии. Генерал, милорд, болен. Пусть он трижды будет болен, но он еще командует английской армией, я должен его видеть, черт возьми. Знаете, мол, генерал, доктор, запишу вас. Ну, хорошо, отлично. Останьтесь здесь. О! Зачем вы его пустили? Тише, тише, генерал. Умоляю вас. Доктор? К вашим услугам, сэр. Отлично, вы, очень хорошо. Прошу. Пропустите меня к нему. Что вы, сэр? Прошу вас, генерал. Садитесь, генерал. Прошу вас извинить меня, что я вынужден принять вас в такой печальной обстановке. Да-да, тысяча извинений. Отлично, отлично. Я прошу вас, генерал, удалить отсюда всех. Надеюсь, кроме врача, умирающие имеют свои привилегии, генерал, не так ли? Умирающие? Ну, скажем, тяжело больные. Оставьте нас, господа. Я слушаю вас, генерал. Я никогда не позволил бы себе врываться к вам подобным образом, но то, что случилось сегодня, отменяет всякие правила приличия, генерал. Сегодня русские отбили наш решительный штурм. Это катастрофа. Известно ли вам, что такое катастрофа? Очень хорошо. 9 месяцев. 35 недель. Я поливаю эту проклятую землю кровью своих солдат. Французской кровью, сударь. Отлично. И вот когда наступает день решительного штурма, вы и ваш... Но не будем об этом говорить. В сторону. В сторону. Отлично. Превосходно. Одним словом, генерал, я не знаю, какое донесение писать моему императору. И понятия не имею, что собираете сообщить вы вашей королеве. Одним словом, генерал, я прошу вас привести наши донесения в согласие. Пусть не согласованы наши действия. Пусть у меня убито 5000 солдат, а у вас всего 2. Пусть ваша колонна, несмотря на мое приказание, не изволила перейти на левый фланг. Не будем об этом говорить. В сторону, в сторону. Успокоимся, генерал, успокоимся. Я слушаю вас, генерал. Продолжайте. Я кончил. Я желаю узнать, генерал, какое мы, да, именно мы, посылаем донесение.
с чего хотя бы начать это донесение? Я вам советую начать с того, что вы разбиты. Я разбит? Я? Мне 61 год, сударь, и никогда еще... Я разбит? Да, я разбит. У меня 130 тысяч французов, а у вас 25 тысяч англичан. Я должен каждый свой шаг, как не угодно, ли милорд. Возможно ли, сэр, будет ли уместно, достопочтенный лорд. Надоело? Вы хотите, чтобы мы издыхались за вас? Хорошо, отлично. Довольно? У меня седая голова, сударь, я ничего. Все разбит? 9 месяцев вы не можете взять земляных укреплений, которые эти русские слепили за 9 дней. Я разбит? Мы стали посмешищем, генерал. Над нами смеется наша собственная армия, газеты, даже Америка. Что вы здесь делаете? Где ваши солдаты? Где ваши новые резервы из Англии, генерал? Где? Где, я вас спрашиваю? Кто? Что? Генерал, он вас не слышит. Он в глубоком обмороке, генерал. Мой бог, и это мужчина. Ушел? Ушел, милорд. Ушел, ушел, наконец. Какой блестящий темперамент. Чуть не отправил вас на тот свет, милорд. Днем раньше, днем позже. Это не важно. Важно совсем другое. Эти русские действительно с каждым месяцем дерутся. Не хуже, а лучше. Я не представляю себе, какие новые бедствия могли бы сломить их. Это... великая нация. Правда, они совсем не в нашем вкусе. Но это факт. Пожалуйста, полюбуйтесь. Собираем снаряд за неимением своих. О, спасибо матросским бабам. Ну, пожалуйста, можете доложить. Петербургис. Я бы на месте главнокомандующего расстреливал тех, кто впадает в уныние. Неприятель компанию уже проиграл. Шел на Россию, а мы его не пустили. И не пустим. Можно вставать, далек. Сергей Иванович. Я хотел вам сказать, чтобы... Да нет, лучше
Пройдемте на место, я вам покажу. Вот, извольте посмотреть. Сюда. Они сегодня метко стреляют. Видите, сюда, сюда и правее. Надо бы взять на исходящий угол. Тогда... Скончался. Позвольте пройти, господа. Адмирал Павел Степанович Нахимов скончался. Перестало биться пламенное сердце. Погиб Нахимов, но осталась бессмертная слава. Из рода в род, из поколения в поколение переходит она и зовет на высокий воинский подвиг гордые сердца потомков.